Всем доброе утро. И сегодня я никуда не пойду. Сегодня буду валяться в номере, смотреть телек. Буду сегодня вон смотреть ТНТ и никуда не пойду. Моя мама сказала бы, ты что, в Египет приехал телевизор смотреть? Телевизор будешь в Киеве смотреть. А сейчас быстро марш на пляж. Так я, короче, и сделаю. Покажу я вам сегодня море, покажу территорию отеля, покажу... Что еще покажу? Да много всего, наверное, покажу сегодня. Вчера познакомился с чуваками с Минска, с девчонками со Львова. Они уже мутят с этими чуваками с Минска. И с одной женщиной из Запорожья. Еще один чувак какой-то был с Киева. Выбесил, короче, жестко меня, потому что он типа все решает. Не люблю таких людей, которые говорят, вот, скажи мне, я одной рукой решу любой вопрос, просто любой вопрос, диктуй мне свой вопрос. Русских, короче, в Египте очень мало, здесь в отеле буквально 4 человека, потому что отменили чартерные рейсы с России, и русским только нужно летать с Украины или с Белоруссии. Еще мне рассказали, что здесь очень сильно воруют, это мое слово паразит, я много употребляю слово короче. И, короче, я спрятал все, спрятал ноут я спрятал под кровать и повесил табличку «Не беспокоить», потому что вот эти, кто убирает номер, любят чистить номера. Особенно, если им не оставляешь чай, короче, очень чистят номера. Там цепочки забирают, если ты ее в сейф не положил. Карточки для полотенца. Есть, кстати, еще у нас здесь карточки для полотенца. Они ее тырят, а потом ты за эту карточку должен заплатить штраф. Ну, понятно, они эту карточку возвращают. Здесь, короче, вся система налажена. Вот так вот они мутят. Так что я ноутбук спрятал под кровать, все спрятал под кровать. Сейчас заряжаю камеры, беру в портфель и иду на пляж. Женщина в Запорожье рассказала, что она познакомилась с чуваком, который работает вот в этой сфере обслуживания, который убирал номера, он как бы был их начальником. И говорит, что вот эти ребята, которые убирают номера, настолько здесь гонят, что берут зубные щетки, там, унитазы, короче, ими драют, просто развлекаются в свое удовольствие. Они заходят в номер, когда убирают, и просто гонят беса. Так что сейчас я буду свою щетку прятать в сейф. Все, щетку спрятал, можно идти завтракать. Короче, позавтракал, сейчас я вам покажу вам территорию отеля. Вот такая вот у нас территория. Что еще вам рассказать? Кстати, случай был вот на днях, когда было это... 2 дня назад. Да, 2 дня назад был случай, чувак выпрыгнул отсюда. Или не выпрыгнул. Короче, разбился чувак. Говорят, что вот чувак этот или хотел спрыгнуть, или хотел слазить с балкона и разбился с 3-го этажа. Вот смотрите, какая здесь высота, 3-й этаж. Ну, бассейн здесь глубина 90 сантиметров, а не здесь уже 141. А, здесь глубже уже, да? Да, каждым... это второй, первый мелкий, второй уже поглубже. Так, сейчас будем получать полотенца. Вот чувак тут стоит, он раздает полотенца. Есть специальная карточка для полотенец. Вот такая вот карточка, короче. Оставляешь ему карточку и даешь полотенце. А, и берешь полотенце. Привет. Все, взял я полотенце. Давай, девушка, мне. Снять? Ну, давай, снять. Вот такая вот дорога к пляжу. Вот такие вот тут кусты. Вон корабли, короче, с экскурсиями. Здесь пальмы, вон аквапарк, людей очень мало в аквапарке, аквапарк такой себе. Что это? Это напиток, сок и вода, да? Ага, здесь, короче, сок и вода. А ром уже есть? Ром? Ром колочку сделай, пожалуйста. Ром кола? Да. Ты что, будешь? Я не знаю. Я знаю. Холодно, нужно греться. Ну. Ладно, давай. Давай, давай. Ну. Да? Да.
Все, за хороший отдых. За продолжение. Ой, он такой разбавленный вообще, не какущий. Вот, поэтому думаю, да ладно. Лица покруглялся. Ага. Так, здесь мужики играют в волейбол. Тут ты видел, ну, со всех стран и китайцы, и немцы. Белорусы. Да, белорусы. Так, вот давайте я вам показываю пляж. Лежаки, короче, пальмы. Так там дальше. Там дальше вообще пусто, никого нету. Так от бар далеко. А, ну да. А там нету, да, дальше бара? Нет, там только вот бассейна кто-то. Вот такие вот здесь мусорники. Не попал. Так, народу сегодня вообще мало на пляже, жестко. Ветерок такой себе. Погода отличная. Вот такое вот здесь море. Здесь насколько чистая вода по сравнению с Черным морем, с Азовским морем. Вот этими вот быками ограждены кораллы. То есть здесь купаться нельзя, можно купаться там, где нет этих буйков. Я сейчас пройдусь по всей береговой линии, покажу, как здесь. Здесь как бы такая небольшая затока, море начинается с той стороны, а там тоже курорты, какие-то острова. Здесь как бы такая разруха. Вон аквапарк, который не работает. Ну вот раньше говорили, что вот здесь просто везде не было вообще куда даже сесть. Здесь, чтобы вы понимали, вот солнце практически не греет. Сильно дует ветер и просто прохладно, реально прохладно, жестко прохладно. Солнце еле-еле греет, то есть оно светит на максимум сегодня. Туч нету, но все равно холодно. Короче, ехать сюда нужно сентябрь, конец сентября, начало октября. Это самое идеальное здесь время. Не холодно, не жарко, а вот зимой уже холодно. То, что вода здесь чистая, вообще прозрачная, вообще просто идеальная, это плюс. Но один минус такой вот есть у этого моря, то, что когда приезжаешь на наше море, там сразу такой морской запах, сразу вот ты идешь там еще, не знаю, за 200 метров вот от пляжа, и ты уже чувствуешь вот этот вот запах. А здесь вообще запаха нет, я здесь как на обычной речке. То есть просто обычный ветер. Просто обычный ветер, а вот морского запаха вообще нет. Блин, просто вон взяли, привязали лошадь к камню, и она просто стоит. Залез я на какую-то вышку здесь. Туда залазить не хотел, потому что там нет ступенек, дальше. Сейчас покажу вам территорию.
Ну, это недостроенный аквапарк, там вон отель, вон тот наш отель. Посмотрел я, народ, свои видео и понял, что в этих видео вообще ничего не слышно. Я там вам показывал пляж, ходил по пляжу, потом смотрел видео, там настолько жесткий ветер, вообще ничего не слышно. И в половину моих видосов, что я снял, там просто ничего не слышно. Я вот сел такую вот, видите, здесь защита такая от ветра есть. Здесь более-менее нормально, здесь все люди загорают, ну, прячутся от ветра за вот эти вот херни. И... Так, что вам хотел рассказать? Море классное, реально, сейчас очень холодно, дует, блин, сильнейший дует ветер. Вот здесь ветер не дует, только выйдешь к пляжу, там сразу дует жесткий ветер. Но море чистое, море очень теплое и чистое. То есть, когда уже залез в воду, уже даже не хочется выходить из воды. Поначалу напрягают вот эти вот местные, потому что они просто подходят и начинают тебе впаривать всякие экскурсии, квадроциклы, сафари, серфинг, просто все, рыбки там какие-то, фотографии, впаривают и скидывают цены. Ну, теперь я уже, конечно, к ним привык, но поначалу было вообще не прикольно. Если ты сядешь вот вообще там в толпе, где много людей, они тут как тут на тебя, и на второй день подходят, на второй день они уже спускают цену, на второй уже на доллар меньше, на третий уже на 3 доллара меньше. Только что фоткался, и подходит ко мне чувак, тоже впаривал очередную экскурсию. Я спрашиваю, блин, почему вы ко мне подходите столько раз? Оказывается, они думают, что я богатый, они думают, что я европеец. Вечно спрашивают, они вечно забывают, where are you from? Вечно думают, что я какой-то европеец. Я говорю, почему вы так думаете? Он говорит, ты не похож на украинца, у тебя там очки, стайл, ты одет не так, у тебя борода, ты... Говорит, все думают, что ты какой-то богатый, что у тебя есть деньги. Блин, я так хотел на сафари, народ, попасть, но я реально с собой сюда не брал бабок. Я не брал бабок из-за того, что я хотел просто налегке, просто здесь, ну, отдохнуть, как бы. А реально на сафари, вон, чуваки ходили с Минска, говорили круто, и на дайвинг ходили, я тоже этого всего не брал. Вон сафари мне, он предложил всего лишь за 20 баксов, я считаю это круто. 4 часа гонять на квадриках по пустыне. Были бы шикарные съемки. Просто я реально экономлю деньги на следующую поездку. Я не знаю, сколько будет там следующая поездка, потому что больше таких дешевых стран. Ну, Турция только, но в Турцию холодно сейчас ехать. Еще хотел сказать, не бойтесь путешествовать в одиночку. Если хотите что-то реально изменить в своей жизни, путешествуйте. Я вот, ну, на следующий день нашел уже себе компанию. Просто когда вы едете на отдых, здесь реально все едут на отдых. И все не так все воспринимают. Все намерены отдохнуть, и все свободно общаются, то есть неважно даже возраст. Вот женщина, которая была в видео, ей я не знаю сколько лет, ну уже сыну, ну у нее есть сын, которому уже там за 20, и она путешествует по всему миру, она из Запорожья занимается, у нее есть школы танцев по Запорожью, и вот она путешествует, настолько открытый, искренний и хороший человек, с которым можно реально хорошо пообщаться. Она просто была вот душа нашей компании, реально, вот сидела дома, говорит, просто звоню, беру путевку и сразу же улетаю в Египет на следующий день. И это путешествие реально меня изменило, я уже останавливаться вообще не намерен. Просто реально, когда ты сидишь в городе, когда ты сидишь у себя в стране, ты понимаешь, когда ты вот сюда приехал, ты понимаешь, блин, я реально еще ничего не видел. Я сижу там в своем Киеве и реально ни хрена не видел. Это дождь, снег, тралики, маршрутки и все. И ты ничего не видишь, сидишь, блин, за компом, и все, вот это вся жизнь, я не хочу, чтобы так жизнь вот моя проходила. Решил я вам немного показать здесь территорию, вообще здесь полностью все заброшено, только действует пару отелей, вся территория, то есть в развалинах. Кстати, вот это тоже очень огромный отель, Golden Five. Смотрите, на нем есть веревки, я не знаю, или вам видно. Вот, на этой штуке есть веревки, по которым можно спускаться в море. Ну, раньше так было. Ну, то есть, вот так вот, все полностью здесь заброшено. Здесь какая-то такая земля мягкая, ты просто идешь и проваливаешься. У нас земля жесткая, здесь она у них мягкая. Ты идешь как на пружинах по этой траве.